по дорогам, какая у нас ситуация по текущему году. У нас протяженность составляет более 300 километров. И в 2023 году планируется выполнить ремонт следующих дорог. Это ремонт дорожного полотна по улице Рабочей от Коммунистической до улицы Рабочей, дом 33. Это то, что нам уже запланировано сделать. Это ремонт дорожного полотна по улице Вольская от Коммунистической, дом 21, до улицы Факел Социализма. Ремонт дорожного полотна по улице 60 лет СССР от Свердлов до улицы Братьев Захаровых. Там находится дорога в ужасном состоянии, там ходит общественный транспорт, и мы ее не делали, наверное, на количество лет. Да. Ремонт дорожного полотна по улице Малой Вокзальной, там, где у нас находится магазин «Пятерочка», там это развилка такая, она тоже находится в ненормативном состоянии. Ремонт дорожного полотна на подъезде к школе номер 28. Ремонт дорожного полотна в частном секторе по улице Сергея Лазон. И улица от улицы Киевской до улицы Коммунальной по улице Гвардейской, тоже частный сектор, ремонт дорожного полотна. Это то, что нами запланировано уже на текущий год сделать, соответственно, в рамках транспорта налога и тех акцизов, которые к нам поступают. Также повторюсь, что мы включили и Комсомольскую, и Коммунистическую, и Чапаева. Есть понимание у губернатора, чтобы нам выделить дополнительные денежные средства на текущий год на ремонт дорог в городе Балаково. Если они поступят, соответственно, все эти дороги будут включены также в ремонт в текущем году.